Завораживающие, отдающие гулким эхом звуки глюкофона, встречают посетителей выставки Ассоциации художников Юга Башкортостана. Тональный листковый барабан так тонко создает подобающий фон для событий, и к тому же это один из экспонатов выставки. Ведь сегодня здесь, помимо картины, шедевра декоративно-прикладного творчества и необычные решения в скульптуре. 23-я выставка организации собрала преданных ценителей творчества, в числе которых сегодня и почетные гости. Сегодня у нас очередное интересное, приятное, я считаю, что очень масштабное событие, причем не только для нашего города, для юга Башкортостана, но и для республики в целом. Что радует и, наверное, является изюминкой одновременно этого мероприятия, то, что выставка проводится в формате конкурса. И это добавляет свой интерес, мотивирует, стимулирует участников. А вообще, насколько я знаю, подобная выставка является хорошим стартапом, что ли, началом большого пути для молодых художников перед тем, как они становятся известны за пределами своего города, района и не только. В событии принимают участие как маститые признанные творцы, так и начинающие. А сборная выставка – это всегда огромный ассортимент творческих проявлений. Здесь можно любоваться, удивляться, задумываться и вдруг неожиданно узнать пронзительно знакомую ситуацию из жизни. Поэтика быта, глубина эмоций, подвиг в большой войне. Набор тем также широк. Это уникальное явление, потому что чтобы столько так долго жил проект и развивался при этом, в этом году особенно массовое участие было, потому что вот где-то не только наши вот три города Салават, Ишимбай, Стерлитамак, а и Кумертау участвуют, и Мелиус, и все поселки, деревни, там все художники. Ольга Литвиненко, Геннадий Немчинов, Анастасия Садбалова, Радик Ишмухаметов, Рамиль Нагаев. Какие-то имена хорошо известны, какие-то станут открытием. Среди авторов – мастера из Салавата, Стерлитамака, Ишимбая, Уфы и не только. Причем экспозиция объединила не только членов ассоциации, но и других авторов Юга Республики. Буйство красок и черно-белая палитра, живопись и гравюра, реализм и абстракция, причудливые геометрические решения, обволакивающая легкость. Красота бывает разной, в том числе и в искусстве. Взгляд останавливается на всем. Все картины своеобразные. И хочется потом еще раз подойти и посмотреть. Если первый раз пробежался взглядом, то потом уже к каждой подходишь и каждую отдельно рассматриваешь, потому что детали у картин все разные. И вообще интересно, очень интересно. Это наши художники, с которыми мы давно знакомы. Ходим на все их выставки, в принципе, и на персональные, и на общие. Наш город, он должен развиваться, и должна быть красота в нашем городе в конечном итоге. Это же ведь мало у кого есть картинная галерея. В Башкирии это развито и здорово. Много интересных работ представлено. Искусство, оно вообще обогащает людей духовно. И как вот общение с этими всеми людьми, с художниками, меня сподвигает на творчество, на творческие подвиги. Хочется тоже развиваться и приносить этому миру свет и радость. Порцию вдохновения получили как сами авторы, так и зрители выставки. Экспозиции удалась масштабной и содержательной, под стать организации, которая празднует 25-летие. Посетить выставку можно будет до 20 марта. Зульфия Суйргулова, Олег Долгушин, телекомпания «Салават».